Сегодня 22 февраля 2024 года. На улице 31 градус мороза. Володя добавку дает. Вот так. И тут наши сидят кошечки. Вот это вот чернявка называется, а это паля, палевая. Вот они. Это утро ранее, еще 6 часов. Нет, 7 час идет только. Ну вот. Вот, брат Владимир, в унтах. Летчики такие носили. Ну вот сейчас мне придется что? Вот завтра готовится, уже спеклась рыба, лень. Это вот отдельно караси. Карасики сейчас я буду разбирать. Морковку понатрем. Ну, живем, говорится, как Господь дает. Сами хлеб стряпает, вот Владимир. Ну, да какие глазки у ней хорошие, а? Валя, видишь, какая пушистая. А это проныра везде достанет. Перышки ложу, все, достанет. Вот так. Стоят это частный домик. И вот дрова. Вот там считать не просчитаешь. Это вот мое место, Володя. Третий этаж там. Вот так. Все, к ней. Тут у меня голубь, на улице холодно, я вот сюда посадил. Она не может, голубка. Теперь ожила тут все. А? Ну как тут сидишь? Ну-ка давай посмотрим на тебя. Ой, да ты хорошенькая такая. Вот как она клюет руку мою. Ой, ой. Ну. Давай, давай. Ой, какая серьезная. Ой. Ну, что скажешь-то? Заботиться о себе. О, надулась. Ну, вот такое дело наше. Все. Все тогда на этом конец. Паля спала. Хвостами так, хвостами мерит. Это значит злоба уходит. Мира спала. Мира молоденькая. Тут Игнат Тихонович хотел. Паля легла. А это осталось. Паля, ты гляди в окна. А черная там что делает, а? Еще делает. Замуж хочет. Сегодня 17 марта, последний день выборов, 24-й год, воскресенье, прощенное. Вот утворяет все у нас. Брякнешься оттуда. Это у меня голубей держу здесь, когда бывает приболеет или еще вот. Сейчас один сидит, одна голубка. Посмотри, как я ее сейчас попробую взять, она меня как будет долбить. Что ж ты делаешь? Я тебя обихаживаю. Кормлю тебя по усиленной норме. Вот все.
Видишь, какая смелая. Ожила маленько. Еще поле. Давай, вот она где. Ага. Пошла сюда спать. Пришла. Я сейчас могу аудиозапись включить, а вы наговорите ей. Она потом получит. Давай. 31 августа 2023 года, четверг. Вот тут у меня косточки принес. Это палевая, это черная пантера. А это котик белый. Я его запятнал сегодня. Покрасил ему бока красным. А тут такой же белый кот соседский. Не знаешь, даже он или нет. А это я сделал даже на лбу у него красное, вон видать. И по бокам лопатки обе. Первый раз такое. Вот у меня тут паля. Паля, вот она ходит где-то. И моя черная кошка вышли. А пришла с того дома другая черная. Вот она, эта черная кошка, этой, что так ее как бы преследует. А там вон она залезла на этот. Я думаю, видно будет. Ну, это под полом сидит с белым котом всю зиму. А эти в комнате двое, вот это, как сказать, моя кошка. А то как Володина. И здесь они в его доме. Но... Что такое? Что-то у вас тут дружбы-то нету, но... Ой, да как крадется, ой. Ой, 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 ой. Это крадется ко мне сюда. Ой. Это сидит, у нее как тапочки надеты. И на груди тут такое у нее тут салфеточка. Ну, это у нас тут бочка с водой, колодец, ну и рядом тут интересно вот сообщение. Вот это вот. Сделано так. А это вот теперь здесь вот я зайду в тенечек, чтобы заснять. Это вот голубятня. Первое. 4 этажа. Вверх 9 метров 60 сантиметров. Замерил я. А там вот видать где. Да пониже. Тут трехэтажная. Балерина называется. Аббревиатура. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. А тут шарик. Вот он тут упирается. Не ел, а сейчас начал доедать. Все. Рядом ставлю, чтобы сороки-то не растаскали все. Ну вот сделали утром на молитву идти, там Надежда Васильевна живет. Она не видит дорогу. Вот я сделал. Здесь сделал один. Вот так. Столбики вкопал. Веревку провел вдвое. Так вот маленько сплел. Ну, а когда выезжать-то тут, так заедет. А оттуда идут и отсюда нет. Сегодня мы провели сюда электричество. Вот здесь вот будет светить уже. В понедельник будет светло. Вот, да, видно, думаю. Вот лампочка потом загорится. А это вот у нас сетка натянутая. Лошади паслись. Лошади держали, когда потеряли. А сейчас ни одной лошади нету. Это вот столб. Пасынок такой. От него провода идут сюда. А потом вон в лагерь идут. Я не знаю, видно будет или нет. Столбы. Ну, 220 здесь. А там, на бугре, там 10 тысяч вольт, наверное, или больше даже. Но это уже не увидишь где. Там столбы стоят, вот можно рассмотреть, высоковольтная. Далековато. Километра 3. Может быть, ну 2,5. Сказали, я видел там огни горят, что-то там делали. И съездил туда, посмотрел.
Что там делается, кто? Что, Паля, пошла? Ну, что ты пошла? Недовольна чем-то, а? Пушистик. Давай. Куда бы ни пошел, у нас везде надписи. Везде, в комнатах, везде. Вот так. Сегодня у нас 18-е. Так, подожди, Паля, уходи отсюда. Уходи, уходи, уходи. 18-е. Вон она, августа. Значит, завтра будет преображение. Ну, еще зашла, тут делать нечего. Вон там он, как у нас есть. Видишь, а тут надпись такая. Везде, на улице, везде, чтобы...